горы алых гвоздик, цветочные венки, тусклый свет лампадок. Желающих почтить память поэта в этот день было масса. 177-я годовщина гибели великого поэта прошла под знаком митинга реквиема. Возложение цветов сопровождалось печальным рассказом о последних часах любимого поэта и чтением стихов артистами театра «Черная речка». «Алина, сжальтесь надо мною, не смею требовать любви. Быть может, за грехи мои, мой ангел, я любви не стою, но притворитесь, этот взгляд все может выразить так чудно. Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». Но не только актеры зачитывали со сцены наследие Пушкина. Гости с Якутии тоже вышли к микрофону, чтобы прочесть стихотворение «Я помню чудное мгновение» на эвенкском языке. Хугинянем джагамандан, иманагнав улкуманнан, гиркаримкар джору бунин, джури кунга хонго джаннан. Пожалуй, выступление этих девочек красноречивее всего говорит о том, что наследие Пушкина – сокровище всей многонациональной России. Надежда Новичкова, Сергей Турчанин, специально для 1М.